κατέβασα. Καλιά στον βάθο. Βάκλα, νόβα η παλίτσα, ζωντάρι σου ήταν. Απολύσα με ρεμένη, πετώνει. Ζητάει 100 τίτλε σε καντσό. Τρίτσα την εγκατό. Πρόσλαβα βέβαια. Правой стороне вы видите полукруглого бастион, который украшается надписью. Там читаем имя и фамилию Лукаса Михаила, генерального правителя Крита, при котором была построена крепость в 1579 году. Что дальше с правой стороны, дамы и господа, тоже увидите вниз каменоломы, где добывали стройматериалы для строительства крепости. Следующая наша остановка – Полуостров Калакирова.